Три маленьких загоральщиц. Я прополкой занимаюсь, а эти с удовольствием лежат, отдыхают. Да, шейх пришел, кавалер. А фейка его ругает, говорит, слушай, отстань, мы тут спокойно лежали, отдыхали. Ты тут со своими игрищами, да? У нас тут девичьи пати, да? Фионочка там лежит, погрызывает огурчик. Ай, на обыске, как обычно. Весь в игрульках, а? Буся молодец, аккуратненько достал, да? Тебя кидать надо, как обычно. Господи, чудо ты мое чудное, диво ты дивное. А эти прямо отдыхалки. Жизнь собачья. Вот такая жизнь собачья. Пусть ты пришел девчонкам хвастаться, что у тебя мячик есть. Здорово, а они, видишь, не хотят играть. Они отдыхают, развлекаются. Да, фейка, он на тебя тоже ругается. Да. Говорит, оно нам надо. Принес им богатство. Говорит, девчонки, я вам мяч, пошлите играть. Ух! Ну, лиса с тобой побежала. Да, лисица? Ой, деловая, все пакеты проверяет, пересчитывает каждый день. Сколько я пакетов истратила с земли, а сколько осталось. Да, бусенок? У каждого, в общем, свои забавы. Ой, кто это к нам идет такой стройненький и худенький? Милусинка, да? Ой, красавица, да, тоже пришла загорать. Ну, иди на девичьи пати. Вон даже лисица загорать притутуливается. Ой, а фейка в тенек ушла от нас. Вы посмотрите. Уперлась она. Уперлась в тенечек. Да, и бумажечку нашла. Феюшка, отдай, отдай, пожалуйста. Не нужна тебе эта бумажка. Да, ругается она. Не трогайте меня. Бумажку отобрали, и вы мне все мешаете. Ну, такие вот у нас будни собачьи. А всем желаем хорошего настроения и замечательного денечка.